Черт. Умри. Фух. Черт. Живучий гад. На нем, походу, бронежилет был. Черт. Ты в порядке? Слушай. Ну да. Ты новичок. Да. Ты же сказал тебе, ну не геройствуй ты. Ну побереги мою нервную систему. Ты же понимаешь, что мне влетит из-за тебя. Если с тобой что-то случится, хотя я уже вижу, что ты не в порядке. А я не хочу, чтобы мой первый напарник умер тоже. Ну, знаешь, это не мое первое дело, поэтому... впрочем... черт, это вся мораль. Ты и так все это знаешь. Я тебе уже это не раз рассказывал, поэтому... Так, только тихо, тихо. Так, пробираемся. Так, стой, смотри. По-моему, их там сейчас может быть просто куча. Поэтому стой здесь... И смотри вот эти два прохода, чтобы никто не прошел сзади. А я... Подмогу может позвать. Какая подмога? Всем плевать абсолютно на это дело. Нас чисто послали сюда, чтобы кого-то послать. Поэтому давай. Следи за тем, чем я тебе сказал. Я пойду разбираться. Если будет шум, то зовите. Да, хорошо. Так. Ну-ка. Ну-ка. Черт. Господи. Что там? Ладно. Ничего, все нормально. Так. Черт, мы можем спалиться. Так. Ладно. Фух. Умрите! Черт, босс, ай-яй-яй. Да что ж ты делаешь-то? Давай, убивай их. Так. Сейчас. Умри! Ай-яй-яй. Боглом, боглом стоят. Как же меня ранили. Просто. Меня ранили. Давайте возьмем. Отдайте мне автомат, я их сам убью. Нет, тебе не положен автомат. Какой устав здесь, вы понимаете, что мы умереть можем? Мне наплевать, главное, чтобы ты не умер. Так, давай, я чуть-чуть так тут переведу дух, и мы полезем туда. Посмотрим, что там. Черт, господи, как же нога болит. Прям в артерию гад попал с этого пулемета. Ай, куда ты? С ума сошел. Так, там... стой, тихо. Там никого нету? Нет. Так, проверь обстановку. Хотя, нет, я с тобой полезу. Так. Ё-моё. Чёрт, да тут как будто разделали кого-то. Так, тихо, тихо. Куда ты идешь? Там же углы. Там может кто-то стоять. Кого, что? Свет включен. Ты с ума сошел? Надо же сам заметить сразу. Темно же. Ты что, темнота, это знаешь... Гласит одна родная мудрость. Темнота это... Не помню, короче, как там было. Так. Темнота. Ну, вроде никого нет. Так, это что вообще такое, слышишь? Что это вообще с фигня? Тараканы, что ли? Где? Или пауки, я не знаю, там какие-то. А, так. Это вот. Ё-моё, ну крови тут, конечно, ого-го. То ж надо сколько нужно было здесь навалить. Так, ну странно, здесь где-то горит свет. Там бандит. Где? О, черт! Так. Давайте. Ну-ка. Черт, он нас заметил! Так, по углам. Так. Ты где? Давай, беги скорее! Фух. Я зажал в него. Черт, все обойму на него потратил. Там свет, там выход, кажется, какой-то. Выход? Давай посмотрим. Нет. Черт, что ж ты такое-то? А, черт! Так, есть еще. Так, тут какая-то дверь. Так, ну-ка. Черт! Ах ты гад! Тут еще один чувак был. Так, проверь ящики. Я пойду проверю обстановку. Так, ну-ка. Так, а тут кто-нибудь есть? А ну-ка! Умри! Так, отлично. Черт! Хорошо, тут вот это. Три бандита. Три? Да, три. Так, смотри. Проверяй здесь. Я посмотрю еще немножечко там. Так. Я его стал уже проверять, эти ящики не пустые. Так, новичок, не выеживайся, окей, да? Я здесь главный. Ах ты! Черт. Так. Все хорошо. Да, походу. Черт. Выглядит, конечно, не очень. Еще бы. Знаешь, иногда я начинаю ненавидеть свою работу. Именно за такие моменты. Война какая-то. Вы же воевали? Я? Да. Ну, было дело. Так,
погоди. Мы все общекали здесь? Кажется, мы еще там не смотрели, где мы охранника увидели. Так, ладно, можешь так уж и быть включить свет, потому что здесь реально ни черта не видно абсолютно. Так. Стоп, мы это еще не проверяли. Так, ну-ка, открой дверь. На счет три. Давай. Раз. Раз, два, три, два, давай. Три. Ну-ка. Он в противогазе. Где в противогазе? Защитите там один. Где? А, черт! Нифига себе, это еще кто такой был? Не знаю, может, что это за какой-то. Наркоман? Ты думаешь, наркоманы носят противогазы? Может, это какой-то особый бандит какой-то? Может, это главарь их? Не знаю, клей нюхал там. Клей нюхал, ну... Ты хоть знаешь, как клей нюхает? Слушай, ты новичок. Ну, блин, нет. Я в полиции мало времени. Этим не увлекаюсь. Так, ну слушай. По-моему, здесь уже никого нет. Если я, конечно, не ошибаюсь, я могу ошибаться. По-моему, реально здесь никого не осталось. По-моему... Стоп. Ну-ка. А, нет, тут мы уже были. Слушай, ну, так, значит, все. Задание? Походу, мы все. Давайте вернемся. Давайте. Только давай помедленнее, потому что мне вот очень плохо. Я понимаю, да. Блин, сколько тут кровища. Да. Надо вызвать саперов, чтобы они проверили, есть ли тут мина. Ну, можно скорее. Это уже их работа. Развернуться к нашим. А мы свою часть работы уже выполнили. Поэтому мы можем отправляться обратно. Как ты думаешь, босс, нам дадут премию? Да, не знаю. Вряд ли. Но знаешь, если хорошо будем стараться, если ты хорошо будешь стараться, то тебе, может, и дадут. Но мне уже вряд ли дадут, я уже такой себе старый чувак. У тебя много перспектив, так что... В принципе... Вот зарплата, видели какая? Да, нормально. За ваши заслуги-то все. Есть такое. Ладно, что ж, не будем тянуть время. Побежали уже быстрее, а то, знаешь, не хочется терпеть. Давай. Пошли. Ты куда ты пошел? Как ты оттуда-то выберешься? Пошли. Ух,